Над домами, над крышами стайки кружат, стаи птиц интересный пернатый отряд. В день морозный так и весело в небе парят, а потом отдыхать на деревья летят. Что за птицы такие летят к нам зимой? Я, конечно, о них даже толком не знаю, но бывает морозною зимней порой. С интересом за ними всегда наблюдаю. На березах, на кленах, рябинах сидят, на ветвях в НИИ серебристом, пушистом, а потом по команде пернатый отряд. Все срываются с места в потоке лучистом. На березах, на кленах, рябинах сидят, на ветвях в НИИ серебристом, пушистом, а потом по команде пернатый отряд. Все срываются с места в потоке лучистом. Вот какой год подряд вижу этих я птиц, как зима настает, к нам в Дзержинск прилетают. Они так отличимы от снегирей и синиц, а весною куда-то опять пропадают. В интернете недавно узнал я про них, что таких этих птиц свиристелями кличут среди соек, серябиновок и других птиц. Свиристель отличается от этих птичек. На березах, на кленах, рябинах сидят, на ветвях в НИИ серебристом, пушистом, а потом по команде пернатый отряд. Все срываются с места в потоке лучистом. На березах, на кленах, рябинах сидят, на ветвях в НИИ серебристом, пушистом, а потом по команде пернатый отряд. Все срываются с места в потоке лучистом, а потом по команде пернатый отряд. Все срываются с места в потоке лучистом. Вот такие птички свиристели.